Парковка около Чебоксарского аэропорта в этом году обретет новый вид. Нынешняя уже не соответствует никаким нормам и стандартам. Уже сейчас оставить машину перед аэровокзалом – целая проблема. Для модернизации парковки необходимо 30 миллионов рублей. Средства планируют выделить из дорожного фонда. Автостоянка у Чебоксарского аэропорта уже давно не вмещает весь приезжающий транспорт. Сейчас машины приходится оставлять где попало и даже бросать на дороге. Это и неудобно, и небезопасно. К тому же, по итогам 2017 года Чебоксарский аэропорт увеличил пассажиропоток до 250 тысяч человек. Парковочных мест явно не хватает. В расписании появились новые направления для перелетов. Через 15 лет возобновлены летние рейсы в Анапу. Восстановлено авиасообщение с турецкой Анталией. Вдвое больше отдыхающих смогли прошлым летом улететь в Крым, а с нового года возобновились и авиарейсы в Уфу. Так что вопрос надо решать безотлагательно.